Наверное, все началось в том месте, где я проводила много времени, будучи маленькой девочкой. В моем родном городе Чистополь на берегу реки Камы есть очень красивое место. Это максимально высокая точка. Именно оттуда открывается вид на весь город и реку с ее противоположными берегами. Там дуют сказочные ветра, вдохновляют волшебные закаты и рассветы. Растут любимые ромашки и вкуснейшие ягоды. Там жила моя бабушка. И там прошло мое детство. Когда я еще не знала ни разочарования, ни боли, когда я просто созерцала природу и наслаждалась окружающими меня красотами. В то время я, безусловно, была счастлива. Да-да, именно счастлива, несмотря ни на что и просто так. Видимо, поэтому довольно часто я возвращаюсь туда. Место это, конечно же, изменилось. Но и я тоже. Пыльной дорогой спускаюсь к равнине. Вижу красивых цветов переливы, запахов моря и нежных волнений. От ветерка живое движение. Летнее время оттенков прекрасных, солнечных ванн, приятно опасных. Сделаю шаг в поле забвения. Там обрету порывы волнения. Запомню все ароматы природы и мчусь далеко и надолго.